Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Ruined King A League of Legends Story. Ух, как заговорил. Давно я хотел в эту игру поиграть, она как раз-таки вышла у нас недели две назад, что ли, может быть, чуть побольше. Я как раз-таки говорил вам однажды, что я хотел записать ее, и вот до этого у меня наконец-то добрались руки. И будем смотреть, что она да как. Вообще такое, я надеюсь, что вам очень сильно понравится эта игра. Я надеюсь, что эта игра мне понравится. Так, давайте новая сложность. Давайте выберем ветеран. Справиться с врагами сложно, для победы нужно применять все доступные умения. Подходит любителям классических пошаговых ролевых игр, которым интересны более сложные бои. Так, на уровне сложность ветеран. Изменить уровень сложности можно в меню настроек в лобби в момент, когда вы не в бою. Окей. Давайте начнем, посмотрим. Если прям будет совсем все плохо, то поменяем. Пока что, знаете, что было поинтересней. Ого, видео начинается. Чудовище реальное. Когда я была маленькой, мою мать убил трус и подлец по имени Гангпланк. Он и меня бросил умирать. Никто его не судил. Он сам устанавливал законы. Я открыла на него охоту. Перебила его людей. Сожгла корабль Гангпланка вместе с ним самим. Но есть и другие чудовища. Веками народ Бухру защищал эти острова от худших порождений зла. Но даже Бухру боятся страховины. Смертоносный черный туман — подарок от наших немертвых соседей сумрачных островов. Страховин становится все сильнее, а Бухру бездействует. Другого. Стать одной из них. Тут даже озвучка на русском. Как это классно. Я ж все, я сидел, молчал, все вслушивался. Единственное, что мне кажется, что у нас тихая, ну, голос озвучки. То есть, может быть, сейчас как раз-таки открою настройки. Сделаю что-нибудь погромче, посмотрю, проверю видео. Как вам, нормально было слышно? Надеюсь, что да. Так. Город кажется спокойным. Классно, что даже читать не надо. Блин, я там что-то пропустил, ну да ладно. Так, вступление. Капитан. Ваш гость прибыл. Рафен. Рафен, а помнишь Рафен? Времена, когда мы брали, что хотели и шли, куда хотели? Ни забот, ни хлопот. А теперь назначаем встречи, играем в дипломатию. По крайней мере, наша дипломатия огнестрельная. Когда Гангпланк был королем пиратов, он решал все проблемы стрельбой. Какой же я буду спасительницей, если объединю банды силой? Ха, Сара, Гангпланк был тираном, а ты сурова, но все-таки не жестока. Команда гордится тобой. А я счастлив быть твоим первым помощником. Люди пойдут за тобой. Это вопрос времени. Лишь бы они не поубивали друг друга раньше. Надеюсь, я успею их переубедить. Что ж, некоторые понимают только кнут. Ладно, я и так заставила капитана Торна ждать. Во время того, как они будут говорить, я буду специально молчать, знаете, чтобы уловить сюжет, чтобы вы что-то успели понять. Так, вот тут у нас перемещение. Блин, классно все, как красиво. Так, и давайте сейчас сделаем проверку. Так, я проверил звук. Чуть-чуть сделал погромче голос. О. Тут за всем нужен глаз да глаз. Прикольно.
По факту, нам тут тоже везде надо будет следить. Это мы можем уничтожить? О, тут скиллы есть, офигеть. Так. Что такое М? Хотите посмотреть обучение по использованию этого меню? Не, ладно, давайте сами посмотрим. Прикольно, у нас тут есть карта. Удобно. Так, что это такое? Это очень полезная штука. Я помню, я везде всегда использовал. Это чтобы нам находить какие-то тайнички. А, прикольно. То есть мы можем и так этим всем заниматься. А где тут? Надо бы дописать это письмо. Допиши, конечно. Так, монетки получили. Сундук. Зелье здоровья. Плюс еще куча монет. О, а тут тоже много всего. Одни монеты, но это очень здорово. Так, идем в эту дверь. Как же все классно сделано. Я надеюсь, что вам понравится. Я надеюсь, что вы оцените. И захотите потом посмотреть продолжение. Как понял, мы за Арфеном идем. Так, ничего нового, капитан. Ну и ладно. О, куда это мы? Это ее мама? О. Гангпланк. Я думала, моя ненависть умрет с ним. Но ошиблась. Какой ужас. Как же ее флешбэкнуло? Его пули все еще у меня в груди. Мало было убить Гангпланк, Рафен. Но ты победила. Ты выжила. А его разорвало на куски, которые сожрали морские рыбы. Эти пули просто напоминание. Но оно слишком часто меня беспокоит. Так. Видимо, в этой игре нас будет ждать очень много диалогов. Посмотрим, что да как. Так, что это такое? О, сколько тут всего. Знаете, что-то мне тут с людьми пока что не хочется болтать. Я не думаю, что они нам прям чего-то наговорят. Еще куча зелий. Так, а тут? А, ну все. Тогда выходим дальше. Посмотрим, где Рафен. Он здесь, понятно. Но я пока не хочу в эту дверь идти. Так, тут монеты. Сколько тут людей? Это все наши? Блин, классно. Так, меня ждут в гостиной. Понятно. Смотрите, как она пошла. Нам даже самим не дали пройти. Так, у мисс Фортуны, видимо, 500 хп, 110 маны. А 9, мне интересно, что такое 9. Так, тут что у нас есть? Я как понял, это у нас гостиная такая. Офигеть, челик. Ты великан, что ли? Если ты с нами, то я очень рад. Так. Мы задание выполнили. Классно. Сейчас, видимо, диалог будет. Вижу, ты тут все переставила по-своему. Этому месту нужна была женская рука. Не думаю, что прежний владелец будет возражать. Да уж вряд ли. Ты ведь уничтожила его. А заодно и весь конклав. Капитан Торн, вы пришли договариваться или критиковать мое чувство стиля? Вы обдумали мое предложение? Передай мне свое дело, свой флот и всех людей, иначе пожалеешь. По-твоему, это предложение? Хорошее предложение. Может, ты и убила Гангпланка и присвоила его роскошный особняк, но это не делает тебя моей королевой. Как это? Я думал, все делает. А, сейчас драться будем. Офигеть. По мне, так убил Джвотера еще нет хозяина. Не выпендривайся, девочка. Будет жаль портить такую милую мордашку. Да-да-да. Вот тебе и дипломатия. Знаешь, Рафен, а мне начинает это нравиться. Кто кому еще лицо попортит? Так. Несколько волн, бой. Основа боя. Бой начинается после нападения на врагов и в ключевые моменты сюжета.
А на карточках воинов представлены основные показатели, такие как уровень здоровья и мана. Да, мы это видим. На шкале инициативы показано, в каком порядке воины будут действовать. Когда портрет воина оказывается в начале шкалы, инициативы наступает его очередь. Когда придет черед вашего воина действовать, вы сможете выбрать одно из множества боевых умений. Мгновенное умение не требует маны и применяется сразу же после подтверждения цели. Умение пути требует маны и времени для применения. При выборе умений обращайте внимание на очередность ходов. Так, завершите эту волну, победив всех врагов. А я уже, знаете, прочел и все забыл. Так, мы сначала должны выбрать мгновенное или путь. Давайте путь. Наносит 150 единиц урона, если на цель действует эффект приветственного выстрела, вместо этого нанесет 242 единицы урона, получает эффект приветственного выстрела. Так, а вот этот? Не так много, давайте попробуем тебе нанести. Может, кританет? Нет, ну блин, какая крутая анимация, вы видели? О, опять мы? Или нет? Давайте его добьем. Или его не добьют. Да блин, все равно не добили. Сейчас его будет кость. Ой, они какие-то слабаки. Чего они вообще нам решили сделать? Это Торн вместе с его чуваками слабыми. Причем. Так, давайте обычной атакой его добьем. Блин, как классно все выглядит. Ага. Так. Давайте вот этот скилл попробуем, второй. И у каждого своя анимация. Ну, немного урон нанесла, но это здорово все равно. Так, пока мы живем. Так, выбираем путь. Сюда. 242. Это круто. Война... Ой, волна пройдена, война. А, генерируйте... Перезагрузку, используя определенное мгновенное умение. Перезагрузку. Перезагрузка служит дополнительной маной, которую можно использовать для применения умений пути, но только в текущем бою. Если у вас заканчивается мана, создавайте перезагрузку, чтобы продолжать сражаться. Так. Что такое перезагрузка? Давайте используем этот скилл. А чё? Подождите, я не понял. Мы что, выбрали... А, нет. Мы выбрали свой скилл. Тогда ладно. Дополнительный урон нанесли. Так. Ну что ты нам тут сделаешь, капитан Торн? Ты какой-то слабый. Так. Давайте попробуем мгновенное. Сначала весь получаемый урон. Ну давайте вот так вот сделаем. Неплохо. У него 137 хп. Я даже знаю, что потом мы на него используем. Так, исцеление. Нам не надо исцеляться. А если здоровье всех бойцов из вашей группы достигнет нуля, вы потерпите поражение в бою. Не забывайте следить за уровнем здоровья, чтобы ваши воины могли сражаться дальше. А где, кстати, есть что у нас? ХП? А, побег, скорость боя. О, скорость боя есть. Так, давайте вот так сделаем. Почему он опять атакует? Или это мы? Я не понимаю. А, он просто юзанул что-то. Не, 242 урона. Мисс Фортуна, ты молодец. Победа. Так, добыча. Золото и белая эссенция. Разнообразные обычные ингредиенты, используемые для зачарований. Опыта 228. Неплохо. Да, она у нас сразу же 9 уровня. Нормально так. Прокаченная. Будем считать это официальной капитуляцией. Слушай, крыса, тебе никогда не подчинить синдикат. Я лучше сдохну. Ясно. А вы согласны со своим капитаном, мальчики? Что ж, полагаю, наша встреча закончена, капитан Торн. Ничего себе, что творит.
Югана крутая. Остальным добро пожаловать на борт. Докажете свою верность, получите награду. Предадите меня или хотя бы шепнете имя Ганпланк, сыграете в тот же ящик, что и ваш бывший капитан. Все ясно? Да, капитан. Вот, теперь этот великан точно с нами. Блин. Еще одна удачная вербовка. За вычетом пары упрямых дураков. Синдикат с нами, корабли, пушки. Но не капитаны. Пока нет. Если надо, я переверну все от верфи до кровавых доков. Сажу пулю в каждого капитана, и они признают, что Билджвотер принадлежит Саре Фортуне. Вот это у нее стержень такой, она прям молодец. Ну чё, мы же за нее играем, поэтому все будет классно. Так, тем же вечером. Что-то случилось? Рафен? Рафен? Это не Рафен. Это вообще не Рафен. А, морячка туманных ходоков. Смена пути. Осторожно, у этого врага есть усиление приготовленная туманная граната. После смерти он взорвется и нанесет урон в нашей группе, если вы не обезвредите это усиление при помощи умения пути скорости. При выборе умений пути вы можете переключиться с пути баланса по умолчанию на путь скорости или путь силы, используя кнопки вверх-вниз. Так, используя умение на пути скорости сокращает время применения, но эффект от этого умения будет слабее. Использование пути силы увеличивает время применения, но эффект от этого умения будет сильнее. Изучите особенности каждого врага и приходите с одного пути на другой, чтобы получить преимущество в бою. Чё, блин? Так, как выбрать путь? Нам надо путь скорости. Так, это путь... Вот, путь скорости. Давайте вот этот вот. Ну все. Вот на нее. И что у нас? Вроде сняли. Что-то мы ее сняли. Она всего 6 уровня, кстати. Я думаю, что мы сейчас обычным скиллом ее добьем. Еще и кританула. Офигеть. Победа. Нормально. А что они на нас напали, я не понял. Так, золото плюс опыт. Неплохо. Идем дальше. Продолжаем. Рафен, ты где? Черный туман? Но это невозможно. Реально. Так. Блин, классная у нас комната, конечно. Благо, планка теперь наша. Так. А! Тут ядовитая фигня. А! Еще и враг. Ого, теперь их два аж. Опасность, ядовитый туман. А, вы начали бой, находясь в опасной зоне под названием ядовитый туман. Он создан на шкале инициативы сектора опасности, который будет перемещаться вместе с портретами воинов. Воины вашей группы, находящиеся внутри этого сектора, становятся целью. Как только сектор достигнет начала шкалы, его эффекты будут применяться ко всем целям. К счастью, с помощью умений пути вы всегда можете сменить путь при необходимости выйти в сектор на шкале инициативы или выйти из него. Контролируя расположение своих воинов на шкале инициативы, вы сможете получить преимущество в бою. Ой, как все понятно. Скорбный всполох. Так. А какой бы нам тут... А, слушайте, я понял. Нам надо путь силы. И мы типа вот эту, видимо, шкалу перейдем. Давайте путь силы на нее. Типа потом больше, как-никак, силы получим. Точнее, больше урона. Магический раскол какой-то. Так. Что теперь? 1000! Подождите, или что? Почему мы ее не убили?
Почему так обидно? Не понял прикола. Сегодня хорошо было. Так. А какой? Так. Прикольно, тут реально показывается это вот все. Давайте снова тогда использовать. На этот раз я хочу тогда его. Ядовитый туман мы опять обезвредили. Прикольная на самом деле механика. Интересная. Так, надеюсь, что сейчас мы ему точно много урона нанесем. 150 есть. Передача какой-то сущности там. Или я что-то не понял. Так. Конечно, опять путь у нас будет. А чё нам? Давайте мгновенные. И добьем. Чё нам? Во, нокаут. Я там что-то ударила. Но она смеется, это главное. Так, получили золото. Опыта, что-то мало опыта получили, несмотря на то, что как бы довольно-таки два сильных врага было. Так, тьфу. Раз, и уже труп. Чё это? Нормально, мисс Фортуна. Блин, пипец. Чё, серьезно? Труп. Он живой, живой. Блин, тут опять. Не иди на нас. Рот. Ну, мы, кстати, не в тумане. То есть, видимо, это можно как-то задоджить, и у нас это вышло. Кстати, это ХП нам надо будет потом что-то смотреть. То есть они в каждом бою не восстанавливаются. О, шотнули. Ну вот и хорошо. Так, победа. 5 золота. О, кстати, сейчас неплохо золото получили. Продолжить. Давай поболтаем. А за меня не беспокойтесь, пропущу кружечку и буду как новенький. Так ты уйди из тумана-то хотя бы. Челик. Блин. О, нет, чё? Чё не то? Ладно, давайте зайдем. Какие-то псы. Да, блин, ну зачем ты туда залетела? А, призрачный кривохвост. Пипец. Режим осмотра. Вы начали бой с призрачным кривохвостом. У этих врагов есть усиление, изменчивая форма, из-за которого по ним трудно попасть. Чтобы снять это усиление, атакуйте кривохвоста при помощи умения пути скорости. Описание важных усилений отображается на экране боя. Чтобы справиться с этим усилением, понадобится тщательное планирование. Так, режим осмотра. Вы можете переключаться между шкалой инициативы и карточками воинов, чтобы получить подробную информацию об их способностях, активных усилениях и ослаблениях. Обязательно осмотрите врагов во время боя, чтобы узнать больше об их сильных и слабых сторонах. Что такого? Так, выберите цель для изучения. А, вот так вот. Да. Блин, прикольно. Так. Ну, это вот мы. Так, все, выходим. Нам надо путь скорости. Путь скорости, этот скилл будем использовать. Я так думаю, что нам тут уже придется хилиться. Потому что что-то нас тут прям бьют. Я опять подумал, что мы 1000 хп снесли. А мы не снесли столько, к сожалению. Так. Опасность. Так. Ядовитый туман мы обошли. А, вот у нас хп. Так, восстанавливает. Давайте пока же самые вот простые посмотрим. У нас, в принципе, хп еще более-менее нормально. Ну, чтобы на всякий случай было. И чё... А, мы целый ход пропустили из-за этого. Что он сделал? Так. Путь. Блин, тут скорость нам не подходит. Давайте сила. И вот так вот. Мы его должны добить. С учетом у нас увеличивается урон.
Так, мы яд обошли. Чудом, 36 урона нам нанес. Остановись. Так. Во, одного мы уничтожили. Так, ядовитый туман, как бы мне не хотелось. Давайте режим изучения. Как он там? Алло. Во. А, увеличивает все атаки всех союзников. Ослабление. Что-то я немного не понимаю, как оно работает. Ну да ладно. Как нам использовать нашу фигню? Я забыл, как она называется. Разогнать нашу ману я хочу. Как это делать? Я забыл. Точнее, как? Я и не помню. Передача сущности это не то. Так, мало зелья маны тоже не то. Зелье возрождения есть. Так. Как реально? У нас тут и разогнать нечего. А давайте так попробуем. Все равно мы вроде бы туман должны обойти. Фух. Неплохо, неплохо. Так, мгновенное. Используем и добьем. Не добили. Понятно. Пожалуйста, промахнись. О, чего? Он промазал. Спасибо. Послушный какой. Скорбный всполох. Блин. Век не забуду тебя. Нормально. Победа. Так, золото. Опыта. Почему так мало опыта дают? Почему призраки так мало опыта имеют? Спасибо, капитан. Без вас меня бы точно прикончили. Капитан, где Рафен? Он только что был здесь и не мог уйти далеко. А мы же там не Рафен, да, встретили, который труп? Ой, так. Ну, кликать, наверное. Мисс Фортун такая разговорчивая. Долго же тут придется собираться. Да это точно. А что тут челик полег? Его уже не спасти? Рафен. Ой, понятно. Что случилось? Беги! Оставь меня! Да ты прям на двери стоишь. Ну все, понятно. Тут их две. И плюс ядовитый туман. Офигеть. У нас маны вообще нету. Че они с нами болтают? Неадекватные, что ли? Так. Ладно, пока что просто постреляем, промазали. Тут надо будет точно нам ХП подполнить. Так, мы где? А, мы уже тут, типа. Давайте тут... Им же надо скорости, да, вроде бы путь. Используем. Ядовитый туман мы прошли. И на следующем ходу будем уже зелье ХП выпивать. Одного уничтожили. Это успех. Блин, правда, я понимаю, если мы выпьем, то я надеюсь, что все норм будет. То есть мы... А, да, мы как раз таки опять-таки не попадаем в этот яд. Кайф. Так. И пока что будем просто по нему стрелять. Промах. А ты-то что промазываешь? Мисс Фортуна. Как бы... Удача. Не на твоей стороне, что ли? А, смотрите, чё. Мы сейчас в этот яд попадем. Ну, посмотрим, что он хотя бы даст нам. Может, он нам что-то нанесет? Ой... Походочка. Нам дали походочку. Так. Как нам разогнаться? Плюс 30 разгона. Я как понимаю, это мана. Пипец. Яд. Успокойся. Так. Ага. И ядовитый туман мы прошли.
Во, мы только что... Мы разгон использовали. О, и нокаутировали. Кайф. Я тоже рад, мисс Фортуна. Правда, если ты бы еще на яд не попала. Но это уже мои проблемы. То опыта. 9,5 уровень. Рафиан, мы снова сейчас с тобой будем. Сара. Они появились внезапно. Я не... Молчи. Береги силы. Я думал, мы победили их в Серой Гавани. Неужели новый Страховин? Не знаю. Но если это так, то нам нужна помощь. Нам нужна Илаой. Ну, Илаой. Загрузка. Кровавые доки. Блин, мне пока игра очень нравится. Я бы хотел ее продолжить проходить, смотреть что да как. Надеюсь, что вам тоже будет это интересно. О. Братья и сестры, в Билджвотере появился новый враг. Мне указала на него Нага Кейборос. Назови его имя, Вестница. От потрошителя Кровавой Гавани нет спасения ни в домах, ни на улицах. Он нагоняет страх и останавливает движение. Во имя Матери Змеи мы восстановим движение и прогоним его. Хвала богине! Вестница, я готов биться за тебя. Испытай меня. Неужели? Если ты будешь биться, не жалея сил, Мать Змея признает тебя достойным. Если нет, она заберет твою жизнь. Твоя судьба в ее руках. Так что, его жизнь забрали? Недостоин. Офигеть. Он силен, Вестница. Он будет жить. Если на то воля богини. Пора. Враг не дремлет. Как все жестоко, это в их мире. А это Илаой действительно была? О! Улицы полны движения. Нага Кейборос улыбается нам. Прикольно, теперь мы за них будем. Почему ты благоволишь им, жрица? Пайланги не уважают ни нашу богиню, ни традиции Бухру. Они сами выбирают свой путь. Сражаются, чтобы жить. Двигайся с ними, учись у них. Это даже весело. Да уж, у них много странных желаний. А, сестра, я видела, как ты отдыхала в их тавернах. Не стыдись. В следующий раз пойдем вместе. А сейчас нам нужно двигаться в ритме улицы. Вот. Эти люди недавно говорили о нашем убийце. Мы подождем снаружи. Не хотим вонять, как пайланги. Что ж, пойду сама. Не-не-не-не-не, не иди никуда. О, группе присоединилась Илаой. Роль исцеления, нанесения урона, защита. Физическая сила Илаой уступает только силе ее веры. Будучи жрицей матери глубин, она использует огромное золотого идола, чтобы вытягивать силу из душ врагов. В то же время защищает союзников и восстанавливает им силы. А тот, кто бросил вызов вестнице Нага Кейборос, вскоре обнаруживает, что Илаой идет в бой не одна. Морская богиня сражается на ее стороне. Блин, как классно. Умение для подземелья. Илаой, воспитанная народом Бухру, и умеет читать их глифы. Ее умение для подземелий удар щупальцем наносит урон врагам и позволяет Илаой инициировать бой уже с активными щупальцем. Механика боя. Илаой жрица на Кейборос, умеющая сокрушать врагов и лечить союзников. Вера Илаой в богиню непоколебима. В бою она призывает щупальца, которые атакуют врагов и усиливает ее умение. Провоцируя врагов, Илаой заставляет их атаковать ее саму и стать в покое союзников. То есть она тут реально как щит.
И я как думаю, на этом мы, наверное, будем заканчивать первую серию. Во второй будем продолжать, что у нас да как получилось. За Мисс Фортуна мы уже поиграли. Теперь у нас тут Иллауэй. Прикольно. О, надо будет побегать, посмотреть, что да как. О, тут куча всего. Прикольно. Какие же тут рыбы, однако. Но, как понял, нам надо будет вниз. Но вниз сейчас мы уже не пойдем. На этом я, наверное, буду заканчивать серию. Я надеюсь, что она вам понравилась, эта игра. Напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно ли вам вообще. Хотели бы вы видеть продолжение. Игра называется Runet King. Вот. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока.